Начался прием заявок на республиканский конкурс по народному танцу среди учащихся хореографических отделений детских школ искусств и детской хореографической школы в рамках фестиваля конкурса «Радуга искусств». Конкурс по народному танцу среди учащихся хореографических отделений детских школ искусств и детских хореографических школ в рамках фестиваля конкурса «Радуга искусств» пройдет в Кызыле в апреле этого года. Организаторы конкурса – Министерство культуры Тувы, Кызылский колледж искусств и Республиканский центр непрерывного образования. Зональный этап конкурса состоится в марте. По итогам будут отобраны участники финала в апреле. Жюри конкурса будут оценивать выступления участников по таким критериям, как сценическая культура, композиционное построение номера, техника исполнения, актерское мастерство, раскрытие художественного образа, внешний вид участников и характерные особенности исполнения народного танца.